Здорово, пироманы. Добро пожаловать в опасную зону. Сегодня я взорву такие три квадробума под этой кастрюлей. Она у нас на 40 литров, весит где-то 5 килограмм. Не знаю, как высоко будет лететь, но громко будет точно. П-23. Вы все знаете эту петарду. Петарда мощная. Посмотрим, насколько сильно она подбросит кастрюлю. Да, летит, конечно, она сильно. Ну что, друзья, К-999. Это куда сильнее петарда. Как высоко. И ошметки с неба полетели. Да, я, наверное, не оценил, как сильно взрываются петарды. Наша кастрюлька начинает приобретать обтекаемую форму. Поэтому пришло время взорвать вот такой квадробум и отправить ее в небеса. Друзья, ее даже не видно было. Ух, ни хрена себе. Это жестко. Посмотрите, насколько сильно был этот мелкий квадробум по сравнению с петардой К-999. Это она так упала. Ее в этот раз так хорошенько подкинула, погнула, но не разорвала. Поэтому вызов принят для квадробума 8 на 8 сантиметров. Друзья, просто в небесах. Подсчитайте, сколько секунд она летит. Охренеть. Вот это жесткий был взрыв. Вот такие, друзья, у нашей кастрюли повреждения от предыдущего выстрела. А мы переходим к квадробуму 10 на 10. Ну, тут, конечно, без шансов.
хана кастрюля. Ребята, я просто в восторге от этих квадробумов. Какой кратер оставила. Кастрюлю вообще в хлам порвала. Там до сих пор дымит. Кому тоже понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Всем пока.